Подожди, снимает или нет? Да, все снимает. Время идет? Все идет, идет. Вот так. Новая машинка новая. Вот наш Lexus спортивный. Иди сзади покажи. Внутри покажу. Не, внутри не получается, надо закрыто. Так, тут уже дванов повылазило. Ладно, не надо. Тут все практически отцвело, но зато здесь кусочек Мексики. Я открываю. Покажи внутри, как такое красное кожа. Вот такая красная кожа, потому что это спортивный вариант. Кожа в дырочку. Какую? Лексусную. А, да, надо было. Самая красивая, что в нем. Надо было снять решетку. Okay. Самая красивая, что в нем есть. Такая огромная решетка до самого низа. Так, вот эту елочку мы недавно посадили. И вазончики с цветами. Вот, смотри, какие тут. В основном тропические растения у нас, которые нам напоминают о Мексике. Это я накупила. Красивая. Угу, тут это лаванда, да? Да. Это монстера. Это мы с Юрой купили, сделали. Купили горшок и насадили в него цветов. Тяжело, что посадил, но попорнула его. Это от земли. Земли, воды. А вот это вот моя любимая клумба, которая тоже напоминает мне про Мексику. Кактусы, пальмы, мексиканские бромилии. Рыбы-шарики. Это тоже золотой. Это шарик еще, мы с мамой купили. Еще этот самый. Тут смородина. Ой, смотри, какой смородины там. Да, тут еще собирать не насобирать. Как раз красная, красная, аж бордовая. Я уже очень много собрала. Мама ела, Юра ел. Меня на работу отнесла, тетенька мне сделала варенье на работе. Вот этот классный цветок, вроде небольшой, а цветет уже несколько месяцев. Все время новые-новые цветки вылазят. Очень красочные. А у Хати вот эти два сняла?